Примар села Капчак Олег Гаризан отметил, что во время ежемесячных встреч обсуждаются актуальные вопросы и проблемы, которые объединяют всех примаров. Он рассказал, какие вопросы обсуждались на заседании примаров в Капчаке. Примарский корпус принял решение, новый состав, проводить ежемесячно совещание примарского корпуса в разных населенных пунктах. Сегодня на повестке дня было несколько вопросов. Один из вопросов – это взаимоотношения местного публичного управления, то есть примарии, с органами полиции. Второй вопрос – это взаимодействие с соцработниками, а именно с управлением социальной защиты и здравоохранения. Мы обсудили сегодня вопросы касаемо инициативы некоторых депутатов о внесении изменений в законопроект о возмещении контрибуций. Ну и были другие вопросы касаемо нашей работы. Примар села Дезгинжа Василий Капсамов считает важным, чтобы был диалог между представителями местной власти. На самом деле диалог должен быть всегда, и не только между примарами. Диалог должен быть и с другими властями и структурами. То, что у нас сегодня и было. Мы сегодня собрались для того, чтобы поделиться своими мнениями, идеями и также обсудить вопросы, что касается непосредственно нашей работы и сотрудничества между структурами, государственными учреждениями и публичными учреждениями. Примар села Кангащик Евгений Тукан считает, что подобные встречи служат хорошей площадкой для обсуждения вопросов и обмена мнениями. Я считаю, что очень важно, чтобы примары Гагаузии взаимодействовали. И это очень хорошая площадка для обмена мнениями. И даже примар может показать решение определенной проблемы, как он ее разрешил у себя в населенном пункте. Я как молодой примар, для меня это ценные советы от более опытных примаров. Вот и все. Я считаю, что это прекрасная площадка для обсуждения. Следующее заседание примарского корпуса Гагаузии запланировано на май. Оно пройдет в городе Волконеште. Олег Дулогла, Леонид Архванов, ГРТ. Новости.